опять испугались? Так это ж я, ваш добрый и красивый дружище Фрол. Ну ладно, не совсем добрый, не очень красивый. А знаете, почему я таким стал? Так посидите 300 лет в подвале, не такими станете. Хотя я же знаю, что вы все мечтаете, чтобы родители куда-нибудь ехали, а вы остались с друзьями на ночевку. И не надо спорить, я точно знаю, что мечтаете. Хотите быть сами себе хозяевами, наплевав на запреты взрослых. Вы только и ждете такой возможности. Как и герои моей следующей истории. Они так хотели почувствовать себя взрослыми, что были безумно счастливы, услышав это. Так, ну все, пупсики, мы поехали. Ведем себя прилично и не ссоримся. Так, в воскресенье вечером мы будем дома. Павел, дома что попало, не устраивай. Ну ладно, все, ты уже взрослый. Все, давай. Пока. Все, папа ждет в машине. Все, 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 уже все, пока. Добби свободен. Все, ты заказываю пиццу, я звоню Насте и Тахе. Кому ты собралась звонить? Мама сказала никого не звать. Ну вообще офигели. Я сейчас быстро папе наберу. Прогиб засчитан, но думаю, за два куска пиццы ты будешь молчать. Да, my little stupid brother? За три пепперони. И колу. Вымогатель мелкий. Маш, ты будешь пиццу? Не буду. И вообще, это нечестно. Что нечестно-то? Я тоже подругу на ночевку хочу позвать. А я друзей. Вы че, мелкота? Совсем берега попутали? Мне нафиг не нужен полный дом мелочи. Здравствуйте. Привет. Фига себе, туса. Здорово, а что, тут детский батут открыли? Ага. Давайте так. Первый этаж наш, второй ваш. Вы к нам не лезете, и мы к вам. Не вопрос. Погнали? Жесть. Ну, блин, пришлось. То они настучат, как делать нечего. Да, мелкие они такие. Не забывай про пепперони. Нам с пацанами круга хватит. И нам тоже круг. Я разорен. Алло. Это с кавалерийской 14. Можно еще два, три пепперони. Все, спасибо. Тима, давай. Левая рука на красное. Сердце не остановилось. Ты, наверное, пиццу привезли. Наконец-то! Заказ привезли. Ну вот, а он мне говорит, а вы что, не заказывали? Вот. А один раз я, короче, лягушку в коробку посадил и впарил заказчикам как дополнительную бесплатную пиццу. И что? Ну фиг знает, я ж свалил, но думаю, было весело. У нас все такие шутники. Нет, только я. Уже три раза чуть не уволили. Кстати, про увольнение. Тебе на другой заказ не пора? Не, вы у меня на сегодня последние. Домой не торопишься? Это неприлично, Наташ. Да, Наташ, очень неприлично. Тем более, что у меня завалялся акционный круг с сырным бортом. Угощайся, Таха. Ты же у нас вечно голодный. А, ладно, мне правда уже пора. Всего хорошего, до свидания. Странный тип, но угарный. Да, тот еще балабол. Хорошо, что свалил наконец-то. Мне кажется, кто-то просто ревнует. Чего? Но как это мило. Кого ревновать? Этого неадеквата? О. О, это он забыл, что ли? Походу, да.
мысль там же, о чем и я. Симыч, вот тебя раскорячило. Да он не достал ногой. Да не гони, а достал. Хватит орать, вы нам мешаете. Да, у нас и так этот тред не получается. Хорош ныть. Кстати, ваша очередь идти за пиццей. С чего это вдруг? Потому что мой жаргон задир. Ладно, мы сходим. Видимо, было своевозно. Отстань, ну правда, Паш, это уже перебор. Сними эту тупую маску. Сами вы тупые. Пошел. Ты чего? Маш, я лучше домой пойду. Не выходи, Лиля. Подожди, ну мне пора. Я чаще маме расскажу из-за Пашки дурака, моя подружка с ночевки сбежала. Ну, Маш, нам же всем тогда попадет. Это вам попадет! Вы придумали ночевку, я вообще не хотел! Слышь? Капец, друг, пошли, Димыч. Пацаны, я это... Пошел ты! Все с тобой понятно. Ну и валите! Все равно с вами не прикольно! Никита вообще офигел. Докажи, он хотел нас родителям свалить, а потом нас еще бы и наругали. Да, и в жизни просто не отпустили. Лучше бы он сказал бы, и мы сами бы ушли. Вот и тусанулись, блин. Что вообще на Пашу нашло? Пойдемте найдем его. Должен же этот псих уже успокоиться. Чего? Пошли. Не пойду. Пусть сам сюда приходит и извиняется. Сильно бить не будем. Только 5. Нет, 10 щелбанов. Маловато как-то. Я бы еще добавил. Может, на улицу ушел. Никита? Пошли глянем. Я боюсь. Останьтесь кто-нибудь со мной. Никитос, это ты? Там шум. Это Паша Булак. Вон они прятаются. Братан, это уже нифига не смешно. Машка боится. Выходи, бесишь уже. Да точно он. Пап, хорош угорать. Маша. Ты что такой холодный? Почему они так долго? Да они, наверное, хотят, чтобы Пашка с Никиткой помирились и потом все вместе спустятся. Думаешь, Пашка просто наверху спрятался? Ну, конечно. Вон его кроссовки стоят. Настя, посмотри. Там Лилины сандалии тоже стоят. И вон близнецы не обулись. Правда. Как же так? Они тоже не ушли, что ли? Наташа! Ксюша, идите сюда! Они не отвечают. Маш, нам надо срочно уходить из дома. Что? Ты с ума сошла? Куда мы ночью?
Надо родителям позвонить. Когда родители вернулись, они обнаружили Пашку под кроватью. Он был седой и никому не мог объяснить, что случилось с остальными детьми. И полиция никакой ужасной маски так и не обнаружила. И курьеры на этот адрес не приезжали. Вот такой невеселый конец у этой так весело начинавшейся истории. Ну что, теперь хотите остаться с друзьями на всю ночь и хорошо провести время? Тогда вот мой вам совет. Не приглашайте незнакомых людей к себе в дом, даже если они угощают вас бесплатной пиццей. А теперь вам пора спать. Сонной ночи.